Приветствую вас. Не лучше ли было бы вначале узнать, почему ваша жена ушла в загул и с чем это связано? Определенно ее что-то не устраивало в вашем отношении к ней. И определенно она была чем-то не удовлетворена. Определенно в чем-то нуждалась и нуждается до сих пор. И вы, определенно вы, ну вообще-то говоря, ей этого не давали. И стоит вам осознать то, чего жена от вас не получала. Стоит вам осознать того, что ей нужно, и появляется реальный шанс ее вернуть, просто дав ей понять, что вы осознали какую-то свою ошибку, осознали какую-то свою неправильную стратегию поведения и, собственно говоря, решили и готовы дать ей то, что нужно. То, что вы пишете, ну, к сожалению, это является нарушением закона. И формально, в открытом, публичном доступе, никто не согласится вам это делать. Потому что, ну, это чревато уголовной ответственностью. Вы все-таки попробуйте проанализировать то, что произошло с вами. Попробуйте проанализировать, вследствие чего ваша супруга начала поступать именно так. Попробуйте проанализировать, почему она ведет себя подобным образом, чего ей не хватает, и постарайтесь ей это дать. Если же, по вашему мнению, вы давали ей все, что можно, если же, по вашему мнению, вы давали ей все, в чем она нуждалась и нуждается, и она изменила свою модель поведения, потому что ей того так захотелось, то стоит задать себе такой вопрос. А тот ли это человек, ради которого стоит так рисковать своей свободой? Тот ли это человек, которого стоит возвращать, если все ваши усилия, все, что вы вкладывали в семью, ей оценено не было? Ну, не оценила она всего того, что вы делали, и вы не в силах заставить ее это сделать. А значит, вам необходимо ее отпустить и жить дальше. Но только во втором случае. В случае, если человек просто-напросто не ценит того, что вы для него делаете. Постарайтесь подумать все-таки именно в этом направлении, а не в направлении нарушения закона. Это, знаете ли, не самый лучший способ решения проблем, поверьте мне. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.